что это с тобой? Так. Место хорошо охраняется. Ничего, сейчас пес придет и полижет. Да? Боги прислали храброго воина спасти меня. Ты ранен. Я донесу. Расскажи о похищении. Не хочу говорить об этом на людях. К тому же, от боли я совершенно лишился сил. Это мой дом. Здесь безопасно. Давай.
Не хочу посвящать сестер в детали моих злоключений. Ладно. Похитить меня приказал жрец Анубиса из Великого Храма. Это человек Пашерент Птаха. Где его найти? Он носит синий шарф и жутко кашляет. Ящерица. Он заплатит. Ты ранен? Они тебя били? Меня связали, давали немного хлеба, будто нищему. Ну? Похоже, ящерица. И мне снова придется обогреть руки кровью жреца. Орден повсюду. Чтобы защитить Египет, я готова убить и тысячу жрецов. Мы с тобой избрали насилие. Раз и навсегда. Расскажу по Шерентаху. Он во дворце. Здесь рядом стоят лошади. Идем. Ахем мейу ноби. Чем я могу помочь? Хохартиан? Ладно. Ахет Петери. Пойдем сюда. Гехем нехер. Хея нисахет. Энам се перхауис. Несохехет хамсе. Прочь! Прочь! Пойдем. Прощай. Ахем хабе? Только вперед. На перегонки, как раньше, в силе? А, если готова проиграть. Каков болтун. Ты возьмешь свои слова назад. Догоняй. Каков приз за победу? Ты никогда не узнаешь. Ты медленнее Рамзеса, а он уже пару лет как мертв. Ты скоро отстанешь. Правда? Сыпа! Разойдись! Ахэ! Ну, быстрее, быстрее! Я должна ему доказать. С дороги. Похоже, я все-таки победил. Похоже, так. А, у всех свои слабости. Да. У тебя, например, к бахвальству. Что еще за шум? Царица будет говорить. Идем, послушаем. Пока он правит, боги проклинают нашу землю и не позволят Нилу разлиться. Но когда богиня во плоти займет место на троне, воды вновь поднимутся. Верьте мне, и Мемфис воссияет, как рубин в обрамлении золота. Верьте мне, и Египет возродится!
Их нельзя терять. Для них я должна оставаться богиней. Царица, скажите, бык Апис все еще болен? Мы нашли причину болезни. Он отравлен. Кто это сделал? Жрицы-близнецы. Приказываю сварить их заживо в бронзовом быке. Прошу, нет. Их заставили. Их брата похитил жрец Анубиса в синем шарфе. Кашляет. Хетепи? Ну это же мой ближайший советник. Не стоит слепо верить тем, кто живет в твоей тени, жрец. Даже Хетепи против меня. Твоя семья была в опасности. Но это позади. Верь, мы справимся. Жрецы Анубиса будут проводить обряд в Великом Храме. Ищи их маски. И мой клинок найдет свою цель. Ай, нет. Дай я. Мне все равно, кто убьет Хетепи. Он должен быть мертв до нашего отъезда в Гераклеон. Стой! Да вдохнет Птах-отец силу в твои руки. Вот тупица, что ты делаешь? Ты куда идешь? Эй! Должен умереть лишь один жрец. Ошибиться нельзя. Рев, проклявший Мемфис! Я чту традиции Египта. Цена слишком высока. Люди страдают. Дети гибнут в утробе. Имя верховного жреца опорочено.
Его имя давно пустой звук. Все люди всего лишь божий скот. Их нужно подгонять кнутом. И ты один из них, Байк. Ты глупый зверь! Меня ведет воля. Не страх. О да. И кто же охаживает кнутом тебя? Кто повелел тебе лишить меня жизни? У меня мои боги. Узри своих. Твоя смерть снимет проклятие с Мемфиса. Надо сообщить остальным. Прочь, дороги! Прочь! Царица, они лишь хотели спасти своего брата. Теперь с проклятиями покончено. Хетепи. Что довело тебя до этого безумия? Мемфис снова твой. Наш. Раз со злодействами покончено, можно готовиться к фестивалю Абиса. Пусть демоны сожрут Кахи-Тепи. И пусть убийцы Хему последуют за ним.
Мне больно уходить от тебя. Но я пойду одна. Ая! Я выполню свой долг. И куда он ведет тебя? На север. Поджечь море. Я буду верен тебе. Надеюсь, наши пути еще пересекутся. А пока пусть эта ночь будет нашей.